Та-да-да-дам! Та-да-дам! У нас посылочка! Вы получили две! С новой почты посылки! Посылки, ребята! Две коробки! Очень тяжелые! Очень! Короче, две коробки и вот, вот еще очень тяжелая коробка. Короче, посылки. От кого получили, скажи? От наших друзей. Друзья, с которыми мы встречались в Железном порту. И все дружно сказали, кто? Папин Движ! Папин Движ, Тёма, Аня, привет, ребятки, привет! Привет, спасибо, неожиданно вообще, не ожидали, подарки получать очень приятно, очень волнительно, видите, я и говорю, уже распечатываю. Так, сейчас мы раскроем, все так запаковано, конкретно, и Альма тут тоже, только ласа не хватает. Ласка, Кейси. Да. Давай, тащи ласку. Лена, как обычно, нас кадры не хочет, звеняет. Она девушка на выданье. Чего? Того. Стесняется. Смотри, смотри. Залезла. Все, и ласа. Тут тоже посмотреть, чего, чего. Так, подождите, надо разобраться, чтобы я тут не курочила. Ага. Альма. Переворачиваем вот так вот, ребята. До Юли пока дойдет. И разрезаем вот здесь вот раз. Вот здесь вот два. И вот здесь вот три. Я молодец. Так. Да-да-да, я не знаю, что это вообще. О, пенопласт. Пенопласт. Ой, ну ладно. Снимай. Так, подождите. Верхний сейчас. Слой. У меня аж руки трясутся. Так, раз, два, три. Так, еще не все. Еще не все. Не все так просто, ребята. Я же боюсь повредить, бо я не знаю, что это такое. Большая плитка шоколада, да? Нет. Нет. Сейчас. Волнительно. Волнительный момент. Так, а как мне? Вот так вот, наверное, да? Не берет. Так. Опа. Опа. Ой, что это? Веревочка. Оп. Как красную ленточку. Так. Ой. Ой, наша фотка. Офигеть. Наша фотка. А что, на принтере печатали, да, что мы да. Такие, как нарисованы, или с каким-то таким, как... Эффектом, да? Да, эффектом. А к чему она тут наклеена? Прикольно. Может, там внутри наша фотка? Прикольненько. Так, подождите. Ребята, вот эта фотка большая. Так, ну, все, я поняла. Это по номерам. Это краска, да? Ну да, да, да. Красками. А что? А ты фотку-то не это самое. Да, да, там фотография. Надо да, аккуратно. Да. Блин, я сказала, да! Офигеть! Это ты, да? Нет! Нет, вон нет, он. Где? А, вон. Это Аня, вот, вот ты, да? Вот с кепки, да, Лена, да, ты, да, я, да. Тёма. Обалдеть! Так, круто, ну да? Мы обещаем, мы постараемся. Лена поможет, Лена художница. Она поможет нам постараться и сделать, чтобы нормально вышло все. Да? Поможет постараться или сделать? Прилично, чтобы нигде не лучше сделает. Да. Обалдеть. Видите, ребята, смотрите, здесь есть краски. Все вот по номерам, кисточки. И на этой картине тоже везде, если присмотреться, есть мелкие-мелкие номерочки. Это все надо по номерам, но я полностью распечатать не буду, чтобы она не испачкалась. Нет, это самое, будет время, мы обязательно займемся. Это будем делать. И она будет где-нибудь у нас вот здесь вот. Да, у нас места еще хватает. Где-нибудь, да. Допустим, вот здесь вот. Да. Где-то, да. Обалдеть! Классно. Огромное, да? Такое большое спасибо, ребята. Ребята, спасибо огромное вам. И будет как воспоминание, будем, да, постоянно смотреть, и все будут видеть. Класс, клево. Класс. Вот до чего сейчас техника дошла, вот эти вот создали, да, эти чашки, там, одежду можно фотки нанести, да, но картина вообще интересна. Да, и вообще что самое, этот самое, мне прикольно, что вот есть картина, просто можно из любой фотографии сейчас сделать картину, да, какую хочешь.
А это именно, что ты сам руку приложил, это ж не просто так. Ты ж так не повесишь, надо все это закрасить, все это зарисовать. Вложил свою, да, душу. Душу, ты же стараешься, чтобы нигде там не этот самый. И вот, ну, класс, класс. Спасибо, класс, ребята. Спасибо. Так, и теперь сейчас распечатываем коробку. Офигеть. Ой, я буду рисовать. Елена, ты мне поможешь, я буду долго рисовать. Картина-то большая. Так, распечатываем коробку. Оп. Блин, мне нравится, когда не знаешь, что там, как в детстве какое-то, я не знаю. Слотный мак. Леда заглядывает. Раз, два, три. Так. Бумажки, бумажки. Макулатура школы. Точно. Сладости. Ух ты. Прикольно. Я буду нюхать. Сладости. Ребята, конфеты. Спасибо большое. Спасибо огромное. На Новый год нам обеспечены сладости. Лена как раз зубы сделала, к стоматологу сходила, так что можно наяривать конфетосы, да? Так, сладости Millennium, очень классная фирма, да, да. Очень вкусный шоколад. И здесь конфетки вот такие вот разные-разные, видите, с такой начинкой, с такой, с орешком, с белой, это, наверное, миндаль или что-то такое. Класс. Класс. Интересно. Та-дам! Ух ты, чай! Спасибо, ребята! Спасибо! Чай у нас не задерживается никогда, да? А что это такое? Не знаю. А инструкцию... Нема? А что это? Крема е густо. Лаваза. А что это? А погоди. Ну, скрывай. Пишите, ребята, пишите в комментариях. Тёма, Аня, вы тоже. Оно твердое. Кирпичик? Чуть-чуть. А разминается, я бы сказала, знаешь, как этот самый. Пластилин у тебя твердый был такой. Ну вот, типа, я не знаю, что это такое. На, открой, мам. Не, я не буду открывать. Страшно. А вдруг, ну, его откроешь, 250 грамм. Написано ничего не по-русски. Ничего не по-русски. Дату смотрите на упаковке. Крема е густо. Ну я поняла, что густо. Какая-то сладость, наверное, да? Я не знаю. А что? Не, ну это не мыло же. Нет. Ну короче, интрига. Специально, наверное, положили, да? Ну напишите, что это такое, ребята. Угу. Вот, а мы ждем объяснений. Так, Деды Морозы! Новый год! Деду один сломался. Ничего страшного. Разломился. И его все равно съедим, да. Деды Морозы. Ух ты. Спасибо. Спасибо, ребята, спасибо. И конфетки. Конфетки вкусняшечки. Спасибо огромное. Спасибо, очень приятно, ребята, получать подарки. Это в преддверии Нового года. Мы тоже что-нибудь соберем, какую-нибудь посылочку. Сейчас еще пару дней мы немного отойдем, да, потому да. что башка вот такая вот. Вот, тоже обязательно детишкам что-нибудь пришлем. Смотрите, о, а такое мы не пробовали, да? Вот такое тоже пробовали. Такое мы не брали. Вот это соленая карамель какая-то. Ой, такое вот мы не пробовали. Меня. Фундук. А там что, реально? Не, шоколадный крем, наверное, орешек, да. Да. Мы всякий шарм пробовали, а именно такой нет. Вот. А тоже что? Какая-то то ли ириска, то ли что с орешками. Угу. Интересно. О, Шеридан. Где-то недавно видела у кого-то видео такое. Шеридан. Короче, конфетки, ребята, спасибо большое. Спасибо огромное, ребята. Вас спасибо. С наступающими праздниками. Здоровья. Здоровья, счастья, достаток в семье, чтобы было все хорошо, чтобы и ваших родных, близких. Все было хорошо, ребята. Спасибо. Ну, мы наслаждаемся, вас, я прекрасно под цвет свитера. Спасибо, ребята. Спасибо огромное, ребята. И наши зрители, спасибо, что посмотрели. Всех тоже с наступающими праздниками. Здоровья, счастья, любви. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока-пока. 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 Ребятки, мы все же не удержались. Мне так интересно. Откроем сейчас. Просто время уже сейчас поздно звонить. Ребята, открывай. Мы переводчиком вот это вот, Лена сканировала, перевело вот это крема и густо, перевело крем и вкус, да? Да, я не знаю, с какого языка, мы с итальянского. Ой. Оно сделало, знаешь, как пух. Вот так. Может быть, это кофе, ребята. А может быть, да. Ребята, это кофе. Оно просто было запаяно кирпичное, поэтому было как кирпич. С меня будут смеяться. С нас, со всех. Ребята, спасибо, да, спасибо. Большое. Спасибо. Это, я так понимаю, заварной кофе. Ну, я буду пробовать. Вообще кофе, ну, вот Сергей не пьет, а я пью иногда редко-редко, да. Поэтому мне этой пачки хватит на год. Но напишите, так как я не знающий человек в этой стихии, напишите, что с ним делать. Это заварной, его надо заваривать, проваривать, да?
Надо, значит, маме подарить турку, ну, в которой варить кофе. Подарим, мать. Я буду варить. Да. Вот. И чтобы не крепкий был, я могу молочком разбавлять. Я буду пить, потому что мне, ну, он очень ароматный. Дай понюхать. На. Классно? Да, класс. Да, ты что мне снимаешь тут меня? Спасибо, ребята. Короче, кофе. У меня бабушка говорила всегда, кофа будешь? Кофа. И на кетчуп говорила, кепчук. Я говорю, бабушка, кофе, кетчуп. Я ей говорю, кепчук. Ну, кофа будешь? Ну, вот так вот. Все. Спасибо. Спасибо, ребятки. Спасибо огромное.